дорогие друзья! Добрый вечер! Дамы и господа! Добрый вечер! Счастье наше! Наши друзья, наши любимые люди, которые нас поддерживают, ради которых мы все это делаем на сцене. Мы каждый раз за кулисами помираем от того, как у нас пройдет диалог, как у нас пройдет с вами встреча. Мне каждый раз я переживаю, и не только я, поверьте, потому что со мной на сцене настоящие музыканты, настоящие большие музыканты, которые... Похудел? Да. Люди, с которыми я горда выходить на сцене, о которых я всегда буду говорить, конечно, в превосходной степени. Антон Горбунов, бас-гитара. Петр Ильчин, барабаны. Леонид Бирзович, гитара. Он крайне не скромен в игре, потому что очень талантлив, конечно, невозможно. Армен Мировых Горох, Василий Полосочка. Мы решим сегодня гармонично. Да? Вот, у меня есть ветер, и все, значит, все будет прекрасно. Мы сегодня разбили наш концерт на два отделения. Обычно мы делаем одним большим, но сегодня решили проэкспериментировать и сделать два отделения. В первое отделение мы впустили весь наш джаз. Не весь наш джаз, конечно, не весь. У нас очень большой репертуар, но основные вещи на джазовой трактовке на русском языке, включая и авторские, и включая то, как мы слышим, как мы услышали известные вещи. И второе отделение — это эвергрины и тоже наши какие-то вещи. Ну, в общем, буду меньше говорить, попытаюсь. Хотя навряд ли, нет, я очень соскучилась. Знаю этот клуб, и, конечно, у нас приоритет в выступлениях именно перед этим клубом, потому что, ну, это любовь давнишняя, сами понимаете. Здесь очень здорово. Где бы он ни находился. Да. Где бы он ни находился. Надеюсь, здесь мы на очень долго. Дай Бог. Нужен свет, просит. Подслеповатый музыкант, все-таки старость. Thank you.
Да. Это я написала эту песню о моем милом еще на втором курсе. Там же циркового училища. Где мы еще могли с тобой учиться? В общем, там же я написала еще одну песню. Она прозвучит. Какой ты молодец. Какой пример для подражания. Не знаю. А я недавно как раз в Фейсбуке обсуждала наличие телефона во время концерта. Класс. Но на сцене я еще не сталкивалась. Ну, не важно. А, так, как полет? Первые 10 секунд. Нормально? Все, все. Ура. И немедленно выпил. Я про себя. Я хочу эту вещь, естественно. Естественно. Почтение перед памятью всех, кто строил мосты в нашем жанре, убирая языки и оставляя лишь состояние. Это и Татьяна Боева, это и Людмила Маркова Гурченко, это еще целая плеяда великих людей, которые нам дали эти ориентиры, по которым мы дальше идем, как по путеводным звездам. Людмила Марковна Гурченко, Татьяне Боевой, моей богине, посвящается. Нет, мой милый. Thank you.
у нас был момент прекрасный в жизни. Вообще в жизни все моменты прекрасны, даже мы не подозреваем насколько. Даже те, которые мы не приняли когда-то. Но все-таки они прекрасны, потому что они нас чему-то учат. В любом случае. Что ты хочешь? Водички. Мы все видели, наверняка, потрясающий фильм-концерт Владимира Семеновича Высоцкого, да, записанный в знаменитой третьей том-студии Останкино. И вот недавно эту студию реанимировали, и она заново заработала. И у нас было большое такое счастье, нас пригласили в числе других прекрасных совершенно артистов открыть эту студию заново. И, в общем, мы... И нам дали две песни исполнить. Конечно, это огромная, колоссальная ответственность исполнять песни Владимира Семеновича Высоцкого. А еще их услышать, опять же, в том биологическом измерении, в котором мы живем. Ну вот мы на ваш суд сегодня это тоже исполним. Надеюсь, не суд, а просто от сердца к сердцу. Одна песня очень малоисполняемая, практически неизвестна для многих, к сожалению. Она была издана единожды, и только на тонкой пластинке, и только в знаменитом журнале «Калейдоскоп», по-моему, да, назывался? «Кругозор», точно. И, да, спасибо, «Калейдоскоп», почему? Вот, да, и был именно единожды издан, и то под именем, естественно, для кого написала эту песню, Марина Глади. Называется песня «На восход». И следующая песня прозвучит, я даже не буду ее объявлять, «Беда». Это тоже было написано для, я не знала свою беду, для Марины Глади. Но «На восход» малоисполняемо абсолютно. Но удивительно. Удивительно, потому что у нас совсем не похоже, как будто бы, на Владимира Семеновича. И... Конечно, она очень какая-то небесная. На восход. Все твои враги.
Столько слов, сколько надо. Все остальное – игра воображения. Thank you.
Thank you.
schön. Спасибо. Что-то ручки мне трясут. Thank you.
Да, я, на, я, на, я. Вместе. Да, я, да.
Мы продолжаем наш концерт. Все, просто продолжаем. Хорошее настроение. Я безумно люблю всю мою жизнь творчество фантастическое, совершенно потерялся. И в прошлом году Игорь Гудман привозил Патти Остина в Сочи на фестивале. Это было невероятно совершенно ее слушать. Мы были там, и, конечно, это великое счастье. И эта песня посвящается ее творчеству, конечно, и ее мой реверанс, и ее моему учителю. Thank you.
люблю. Мое основное слово, я люблю. А я хочу спеть вам нашу песню, которая так и называется «Я люблю». Да, ну вот предупреждаю, не предупредила. И, для тех, кто не в курсе, обычно мы пишем список, и обычно все, что здесь, не соответствует этому списку. Потому что мы выходим на сцену, чувствуем вас, и весь список от ума летит в тартарары. Потому что все совершенно по состоянию, которое сейчас, здесь и сейчас. Спасибо. Вот это как раз та песня, которую я тоже сочинила, когда-то посвятив ее Армену Мирабову. Он был просто в курсе, что я его люблю, но ответить на тот момент не мог мне, наивности. Нет, он не знал, как ответить. Он думал долго и потом ответил так, что у нас уже прекрасные трое детей. И вся жизнь впереди. Я хорошую песню написала. Я люблю! Мой любимейший Динь-динь. Я еще не была в Бразилии, но мне кажется, что я когда-то там была.
sky, so best to the sky. We clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Thank you.
Thank you.
perché è lui che pensa. All right? Ok? You win! Una altra перестройка. Надо что-то делать. Все, что-то с этим делать. Ну давайте то же самое, но... Ну, например. Как-то алкоголь. Ну, хочется остаться на этом острове, но... всю жизнь. Я потом расскажу. В приличном месте об этом не говорят вслух. Я потом расскажу. В личке. Ладно, я в общем думала, что это о любви, о гетеролюбви. История чудовищная, леденящая душу, о том, как случайно и осторожно человек
влюбился явно в лицо несовершеннолетней с соответствующими потерями. Значит, потерял все, но приобрел такое мнимое, но чудовищное чувство, как сумасшествие. Сумасшествие от любви. Вот. А, все оказалось не так. Еще хуже. Все, еще хуже. Оставим, все-таки я оставляю за собой право выбора. Пусть будет так, как я придумал. Во-первых, он был грузин. Так колоритнее. Так не обидно. Вот. Если админин будет обидно. Клянусь. Ладно, слушай, я перестану. Мамой клянусь. Азизджан. Например. Да. Слушайте, как сидим? Нормально все? Man's about the boy. Тревожная песня.
Спасибо!
Thank you.
Georgia. Georgia. Sweet.
Алексей Семенович Карнова. Спасибо вам, дорогие. Браво! Аплодисменты всем нашим мужчинам. Извините, что помешало ногу спрятать. Мы очень счастливы. Каждую песню стоит. Браво! Предупреждала, что огромное счастье работать, дурацкое слово. Существовать, да, вместе в одном пространстве с этими удивительными людьми. Даже не знаю, что это вообще. Мы. Мы не подписываемся вообще никак. Никогда не нужно быть. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Это правда. Я? Иди. Как не могу, слушайте, я не понимаю, что... часов счастья. Разве этого мало? Я желаю вам, чтобы ваша, каждая секунда вашей жизни была осознанна и в благодарности. И тогда мы поймем, что каждая секунда нашей жизни – это большое счастье, большая радость. Потому что мы можем друг друга видеть, мы можем друг к другу прикасаться. Это такая история. Независимо от того, как долго мы друг друга не видим, мы все равно связаны все. Я вас очень искренне люблю, и я желаю вам миллион вообще минут, секунд, часов счастья. Вероника Тушнова, Константин Апинян. Сто часов счастья, разве этого мало? И его как песок золотой собирал любовь неутомимо.
по крупице по капле, по искре, по блестке принимала в подарок от каждой звезды. Часов счастья чистейшего, без обмана. 100 часов счастья, но разве сколько дней проводил за счастьем в гоне? Поражила над ним, колдовала, случайно сбывала, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось на счастье трудиться. Не устала, а счастьем трудиться.